Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Механик, а сегодня у нас продолжение невероятно крутой игры Контрабанд Полис. Мы продолжаем ее проходить каждый день. Новые серии, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые серии. А у нас тут, видите, миссия какая-то, миссия новая. Перехват контрабанды. Мы получили наводку о том, что где спрятано большое количество контрабанды. Контрабандисты зарыли ящики на заброшенном кладбище. Поможете перехватить? Конечно! Конечно помогу. Так, но надо действовать аккуратно. Максимально аккуратно надо действовать. Поэтому поедем без света, ребята. Надеюсь. Так, а где оно находится вообще, кладбище-то? В принципе, поехали прямо, наверное. Так, ребята, аккуратненько. Аккуратненько едем прямо. Зря я прямо поехал. Надо было срезать. Ну ладно. Уже ничего не изменить здесь, поэтому едем дальше прямо. Друзья, а у меня для вас есть подарок. Мы сделали огромную распродажу и скидки до 90% на самые крутые игровые новинки. Вы давно хотели поиграть в одну из этих игр, но вам было жалко денег. Теперь настал ваш черед. Залетайте по ссылке в описании и затаривайтесь самыми крутыми играми по максимально сниженным ценам. Но предложение ограничено, поэтому поторопитесь. Ссылочка на магазин в описании. Вообще ничего не вижу я. Все-таки надо, наверное, фары включить. Так, потом их выключим поближе, когда будем подъезжать. Вряд ли они отсюда нас... Ё-моё! Подстава, нет? Как думаете? Какая-то подстава, по-моему. Так, топор. Благо он у меня есть. Все, не благодарите. Поехали. Надеюсь, дальше не будет таких приключений. Вот эти деревья падающие. Это, конечно, с одной стороны прикольно, но с другой стороны думаешь, ё-моё. Так, а я вот не понял. Это же, ну, получается, утро еще не наступило же или как? Меня опять замочат, что ли, здесь? Как в тот раз это было или что? Я не понимаю. Или мне второй раз надо будет ложиться спать? Вот это, конечно, сейчас загадка для меня будет. Так, а куда я еду-то? А, не, все четко, все четенько, ребят. Ну, кстати, я вот когда проезжал этот отдел, отдел полиции, говорю, как кладбище проезжал, я уже такой, типа, оба, здесь по-любому что-то есть. Но просто оттягивал до последнего, не хотелось, так сказать, все самое интересное сразу узнал и все, а дальше неинтересно играть. Хотелось чуть-чуть растянуть удовольствие. Так. Сейчас будем перекроем просто выезд отсюда. Ой-ой-ой, сейчас меня перекроют тут. Блин, блин. Попаду в башку, нет ему? Что-то не особо я меткий. Ладно, хоть у меня этот есть. Так, неплохо, хэдшот. Неплохо, хэдшот. Кто-то еще здесь есть, интересно, нет? Так, а ну-ка, обыскать труп. Патроны для ружья, но мне бы ружье вот... Ой, блин, случайно вы... Вот это он тут припарковался. Братан, тебе удобно вообще, нет? О, патроны для пистолета, это мне надо. Так, а где-то еще один был. Тулово еще где? Слушайте, нету. А, вот он. Так, патроны, патроны. Не знаю, куда их девать, эти патроны. Так, что хотелось? Что хотелось? Перехватите закопанную контрабанду. Нет, не успел. Может, я собрал ее уже? Короче, ищем какую-то закопанную контрабанду. Не знаю, это не оскверление, надеюсь, могил.
Тут реально прям склепы какие-то, вот фараонские, видите? Так. Надо где-то мне найти контрабанду эту закопанную. А что тут делать-то? Может, вот это как-то можно снять, вот эту штуку? Там какой-нибудь золотишко лежит. Так. А где же ее найти-то мне? Может, а, вот тут, наверное. Ой! Откуда? Откуда вы взялись? Да ты чё, блин, дурак, что ли, совсем? Так. Чуть не завалили меня. Сейчас завалят, блин. Откуда? Так, ребята. Аккуратнее надо быть. Патроны для пистолета, это вообще хорошо. Так, ну... Ну здесь же ничего нет, правильно? Здесь ничего нету. Так. Я извиняюсь. Извиняюсь, конечно. Вообще ничего не видать. Так, вот еще. Может быть здесь? Чтоб вас, откуда вас столько много? Понятно. Так, видите, он там, он сидит. Так. Отлично. Так, во-первых, надо здесь забрать все. Во-вторых, надо с этих собрать все. Хотя бы патроны для пистолета. Так, где-то тут еще был один челик. Но он пал. Пал, дебил. Так, ну ладно, давайте этого залутаем хотя бы. Не, патроны для автомата я не буду брать, потому что у меня нет автомата. Нафиг они мне нужны. Только место занимают. Так, ну что, ищем дальше тогда. Слушайте, здесь здание он какое-то даже есть. Так. Лопата кончается у меня. Так, где-то еще. Вроде как по трое они всегда выскакивают. Неплохо. По трое выскакивают, но я их нормально так. Нет, для ружья тоже не надо. Места нету. Так, где-то тут еще валялся. Вот еще один пал. Патроны для пистолета. А ему вот так вот сунем. Патроны для автомата, патроны для автомата. Все нормально. Так, и вот еще один пал. Нет, его так прямо ставим. Оно нам не надо. Пошли дальше искать. Здесь вроде в это здание нельзя зайти. Жаль. Жаль, конечно. Так, я пока нашел только одно место. Два я выкопал, а там ничего не было. А лопата у меня не бесконечная, чтобы вы понимали. Так, вот еще место какое-то. Так, тихо, тихо. Где, где, откуда стрелять? Не вижу, блин. Ага, ага, увидел. Ну, ё-моё. Откуда?
Неплохо попал. Ох ты, ё-моё, ты прям тут, чувак. Ты чё, как ты тут оказался-то? Так, вот его патроны мне нужны, остальных нету. Хоба. Так, 129 уже нашел, слушайте, класс. Так, еще чуть копнуть надо. Блин, не открывается, видите? У меня лопата, надеюсь, не кончится, а? Не хотелось бы, чтобы лопата кончилась в самый неподходящий момент. На что я тут-то ищу? И вообще, знаете, что мне непонятно? Я же вроде как в сговоре с этими бандитами. Чё они в меня стреляют? Есть! Чётенько. Все удалось мне. Круто. Бандюков перестрелял. Патроны халявные получил. Больше никакого клада здесь не выкопал. Мне интересно, а если бы я просто так сюда съездил покопать эти клады, я бы что-нибудь нашел или нет? Так. Возвращаемся вроде как сюда. А, ну можем и сюда, в принципе. Только я не понял, и мне что, сейчас спать ложиться или что? Потому что день-то вроде как бы... Так, убегай. Или победи своих... А кто, где? Нет, я не буду убегать. Сегодня я не в настроении, у меня патронов много. Так, нет, надо убежать. Спрятаться за дерево надо, вот за это. Неплохо два хедшота отвесил, да? Так, перезарядимся, пожалуй. Там один остался всего лишь. Только где? Я не вижу. А, вон он. Блин, чувак, не выпуливай все патроны, мне нужны они. На. Всего лишь 70 заплатили за это. Ёлки-палки, так мало. Так, два патрона осталось у него. Но я не знаю, кстати, так работает или нет. Для автомата не подходит мне. И тут еще два тулова где-то должно быть. Но они тоже вроде автоматчики, там пулеметчики. Да, пускай тут валяются. Как гнилые собаки. Без чести умерли. Ну и чего? И как мне тут залезть теперь? Блин, дверь оторвалась! Видали? Дверь оторвалась. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Что физика здесь настолько реалистична, что двери могут отрываться. Слушайте, а давайте попробуем вот эту открыть. Так, заглуши. Блин, она закрылась. Ну ладно. Мне кажется, можно оторвать. Инструменты у Влада, а это значит мне куда надо? А мне все еще прямо ехать. Я не знаю, нет смысла, мне кажется, покупать вот лично для меня автомат какой-то. Что он мне даст? По сути, ничего не даст. Только мне интересно, вот получается, ночь не прошла? Мне сейчас опять спать ложиться, то есть это опять же день пройдет лишний. Странная фигня, конечно. Что-то вот непонятки какие-то. Я, то есть в прошлой серии я лег спать, и тут хоба. Сюда поехал? Да. Так, мотель Карат проезжаем. Тут мы недалеко где-то выкапывали клады. По наводке нашего подписчика, дай бог ему здоровья. Вообще по красоте, конечно, подсказал. Ну тут еще достаточно много места, я так понимаю. Эх,
чуть не перевернулся. Так, сейчас мы вернемся уже в нашу крепость. Она же блокпост, но я так понимаю, что работы сейчас не будет. А выйти нельзя. Я раньше дверь просто открывал, выходил, сейчас так не работает. Так, все удалось решить, а мне-то чем заняться теперь? Никого нету. Ты тут как вообще? Нормально? Нормально. Так, а ну... Давайте дом, что ли, свой прокачаем тогда. 2000 стоит, слушайте, ну так-то дорого, если честно. Но дом уже совсем иначе выглядит, согласитесь? А больше нельзя прокачать. Ну пошли, посмотрим новый дом. Как он выглядит теперь у нас, этот шикарный дом. Так, во-первых, надо понять, что он теперь внешне с окнами и выглядит круто. Так вот, срач, конечно, как был, так и остался. Ничего такого не изменилось, но... Внутри у нас плакат есть теперь с женщиной. Акористан сигаретес. Карсис. Телек у нас присутствует здесь. Но посмотреть нельзя. Так. Это моя форма, что ли, получается? Шкаф не открывается. Ну, только можно лечь спать. Часы ходят, кстати. Смотрите. Прикольно. Ну, тут пол хрустит. Интересно, почему. Но все равно, видите, все такое, конечно, не очень в состоянии. Состояние дома не очень. Ну, хотя бы батарея шикарная, блестящая есть. Но я так понимаю, все, надо ложиться спать, отдыхать. Все, больше тут делать нечего. Такая вот неплохая миссия у нас сегодня получилась. Не быстрая, я бы даже сказал. Коротенькая такая. Или как, наоборот. Не быстрая, это длинная, значит, да? Пандемия! Ё-моё, ребята! Сейчас будем еще прививки проверять. Но это будет уже в следующей серии. Если хотите ее не пропустить и узнать, как это будет выглядеть... Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. На этом все. Всем пока.